Прекрасная картиночка, ребятки. С вами Александр и Monster Legend. Так, ну почему-то слетает кэш на эмуляторе. Непонятно. Я разблокировал Цеппелин команды. Да вы что? Это было обновление. Там они ввели какую-то фигню. Постоянно вот, купа достижений выполнялась. Но вот это... Попробовать сейчас. Спасибо. У нас событие, ребятки, будет какое? У нас остался один день до завершения акции. Так, но это мне сейчас будут тут гонять по всему вот этому приколу. То есть я с телефона-то захожу каждый день, а вот здесь на эмуляторе, то есть я еще не заходил. Вот это оно мне заставляет выполнить кучу всяких условий. Так, да это вообще барах... Эту часть вообще желательно вырезать. Так, вот наш лабиринтик, остается один день 16 часиков, и я в этом лабиринте уже получил, ребята, Барбатеса. А, он исчез, то есть он открывался здесь, ух ты, какая музыка у нас появилась. Он открывался здесь на один день, по-моему, да, и я его выполнил. Прикольные монстры, конечно, мне вот, я хотел бы и, так, Инхеритора, и Легиона, и Райбиса получить, ну, так... Ну, Афичиус у меня есть. Вот даже... Так, Солгафогус какой-то. Ну, от слова душа, да? Так, ну... Давайте будем получать то, что есть. На что хватит очков. То есть я примерно 2000, наверное, потратил на Барбатеса. И побежим от этой собачкой. Даже не знаю, есть ли она у меня. Пока там все подгружается... Будет она у нас подлагивать. Так, кстати, нужно заглянуть. Там остров новый не появился сейчас. Я вообще-то хотел даже вот, ну, запустить стримчик вот по этому поводу. Но пришел домой 8 часов вечера. Думаю, блин, ну какой стримчик? Уже как бы и сил, и желания нет. Да и время как-то уже неподходящее. Ну ничего, то есть как-нибудь надо постримить, потому что на монстриках тут особо напрягаться там не надо, спешить, никаких таймеров нет, можно спокойненько себе поболтать. И сейчас еще зайдем, потом откроем сундуки, у меня купа сундуков накопилось, там, не знаю, миллион их уже, с артефактами, со всяким другим барахлом. Но музычка прикольная такая. Страшненькая. Два самоцветика. Кстати, да, я какого-то монстрика покупал недавно, по-моему. Нужно будет глянуть. Так, сколько нам вообще ходить? Вот уже вижу финиш. Так, это бешеного коня клеточки собрали. Ну, мне вот забрать бы хотя бы вот двух монстров, и было бы хорошо. Не знаю, хватит ли у меня денег. Вообще даже не заходил, не смотрел, сколько нужно монет для какого хода. Потому что вот, когда мой уровень уже стал высоким, то есть эти, блин, что-то вообще нереально стало выполнять. Я как бы и захожу постоянно в игру и кормлю, и золото собираю, и... А очков очень мало. Если я тогда собирал там по 10 тысяч, даже побольше было, то сейчас вообще не получается насобирать очков. Но зато нормально, регулярно получается покупать новых монстриков. Еще бы времени было их прокачивать всех. Было бы замечательно. Так, сингулярити и морж. Так, тихо. А почему это у меня... Они уже поменялись местами.
Вращаем рулеточку. У нас тут до сих пор остается вот этот. Блин, забыл уже. Так давно называл в этом, в Старкрафте втором, который там гены модифицировал. Он мне его постоянно напоминает. Черт, я нажал еще один раз прокрутить рулетку. Да. Потратил один кристальчик зря. Так, что-то мне кажется, что мне не хватит. Мы потратили сколько тут? Больше 1000, да? Чтобы пройти. Так, ладно, это нам пока что не интересно. Давайте походим чем-то там душевным. Фагус. Что значит слово фагус? Ну, барбатоса можно будет прокачать, извлечь на клетки и сделать 105-м своего основного барбатоса. У меня там на нем нормальные рунки стоят по силе. Так, ну я так понимаю, этот, в этот кувшинчик он собирает свои души. Точнее, не свои души, а души украденные. Так, вот еще у нас одна битва. Так, вот мой барбат, смотри, 8-я, 7-я и 9-я руна, а? Нормалек? Нормалек. Так, элитные морские войска. Поскольку все мои монстры ходят первыми, не стоит выжигать манну, потому что все равно из них никто не доживет. Так, ну вроде подгрузилось, уже ничего не лагает. А этот напоминает Диабло. Ты не пройдешь, как говорил Гэндальф Серый. Баулрог, или как-то там его звучал этот монстр. Балрог, Баулрог. Смотрите, куда тут идти. Ёшкин, да тут, чтобы походить, им нужно 1000-2500, наверное. Так, ну там мне Макс, по-моему, предлагал, еще у него в аккаунте тоже купа монстров можно прокачать. Все никак руки не доходят. Так, это у нас последний ход получается. Так, ну все, у нас уже очечку больше не хватает. Печалечка, конечно. Давайте сейчас мы немножко соберем. Даже я постоянно выполняю задание по скрещиванию. Все, короче, делаю, но на 109 уровне это уже не знаю. Это нереально как-то становится. Ну, то есть я все делаю это, но чем выше уровень, тем сложнее. Сложнее в лабиринте что-то сделать. Так, а где мой монстрик, которого я сейчас качаю? Кормлю. По-моему, я носорога кормлю, да. Райникса. Он пойдет у меня на клетки, потому я удары им не ставлю, не смотрю, не выбираю. Сколько у меня? О, у меня 13 ляма уже еды. Блин, действительно, надо прокачать будет несколько монстров. Я хочу взять монстров на прокачку, у которого у меня есть там 5 звезд. У меня таких монстров уже довольно много насобиралось. Так, что? Как-то надо собраться и прокачать парочку монстриков новых. Так, а вот этим всяким монстрам я понаставлял руны. Руны золотые, которые дают бонус по золоту. Так,
Давайте тогда заглянем. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Сначала давайте в лаборатории. Кого я тут прокачал? Кэта. Какого-то Кэта. Что у нас есть по клеточкам? За монетки. Так, 740, значит, он у меня Тревор полностью прокачан. Продано. Так, ну это сейчас мы проверим. Редкий зелень. Редкий зелень. Смотри, ух ты, много их тут. Но ничего интересного нет. Давайте нажимаем так извлечь. Редкий и зелень. Да, вот смотрите, на 5 звездочек. Вот это даже Томкэт или как там его зовут. Да, вот Тревор, то есть прокачан у меня полностью. Вот, ну. Так, вот этот, блин, я, наверное, случайно Кракса какого-то переработал, который у меня был по, ну, посерьезней. По прокачанию, так сказать. Так, кого я могу прокачать? Нет, 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 нет. Червячки у меня просто для красоты. Так, а ты у меня часом... Он же, по-моему, на переработку должен уйти. Так, UC Metal. Давайте сейчас проверим. UC Metal. Почему он мне здесь болтается? UC Metal. Вот еще у меня кто есть на извлечение. UC Metal. Да, нет, смотрите, он у меня единственный. То есть, опять же, я его случайно переработал. Какого-то более простого уровня. Теперь давайте пойдем на склад. На склад, категория, сундуки, ребята. У нас будет открытие кейса. Вау, смотрите, сколько у меня сундуков. Просто жесть. Так. Ну, давай. Клетка металла. Шикарно. Всю жизнь мечтал об этом. Так, рунка какая-то. Еще какая-то фигня. Давайте крутой сундук откроем. Ну, навалило этих клеток. Я, кстати, даже еще не разбирался, как они работают. Но я думаю, это типа как универсальные клетки, да, только не совсем универсальные. То есть, понятно, ими можно заменить недостающие клетки именно этих монстров. Ну, если так логически подумать. Серебряная, бронзовая. И вот еще сундуки есть, да. Давайте будем открывать сундуки. Там, может, какие-то будут руны нормальные. Чё все первого уровня? Шестого дайте. Третьего. На жизнь. Нафиг она мне надо? Командная, блин. Лучше бы уже скорость командная. Печалька. Энергия, блин. Ну фуфло какое-то одно. Вот, и первая толковая руна, и то третьего уровня всего лишь. Ну... Одно говнецо попадается, ребята. Возможное содержимое. Шестая руна. Да. Где она, шестая руна скорости? Я был бы очень рад. Третья командная, куда ни шло. 9 сундучков еще, ребята, осталось. Вообще, реально, фуфло, 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 фуфло. Эх. Ну. Ну давай, последний сундук, ребята. Да. Супер награда. А вот теперь давайте откроем еще немножко серебряных реликвий. Так, меч. Снижение энергии, что ли? Наверное, повышение чего-то там. Маска энергии. Лечебное зелье. Посох энергии. Но это серебряное, это все-таки уже повеселее. Это не бронза, но еще их нужно ж попрокачивать все. Надо будет выбрать, какая, кем мне больше нравится. Посох истощения. Кстати, да, можешь почитать.
если уровень энергии владельца менее 50, отбирает процент энергии у целей. Ну, куда ни шло. Так, давайте по бронзе пробежимся еще. Такие штуки у меня были. Защитный амулет. 350 единиц брони. Вообще ни о чем. Ну, короче, бронзовые надо все перерабатывать. Во что-то одно хотя бы. Иначе они сами по себе вообще очень бестолковые. Блин, мне их 100 штук. Так, ну ладно, я думаю, это уже всем надоело. Так, сундуки, вот это статуэточки. Это зданица, а это монстрики. Так. Вот мой маленький барбадос ходит новенький, которого я буду качать. Так, что у нас тут еще есть? Давайте я покажу, что у меня по рунам. Так, вот такое вот у меня количество руны. Я вот эти вот руны использую... Использую как подставные, то есть я вот их прокачиваю на второе, а потом уже качаю, вот, допустим, командные. Не, эти мне не надо. Допустим, руны энергии беру три руны нужных энергии. Вот, допустим, три таких и одну второго уровня. Ну, так типа написано, что шанс получить есть третью руну. То есть берем три первых руны, одну ненужную вторую, и есть шанс там получить руну третьего уровня. Так что этим делом я тоже потихоньку занимаюсь. Так, у нас акция по рунам закончилась. По одному, понятно. Ничего нам не хотят дать. Что здесь? Пакеты. Неинтересно. Что здесь? Меркьюриус. У меня, кстати, есть монетки. О, тут можно выбрать. Кассия. По-моему, Кассию стоит взять. Кассия, Лау-Лау. Меркьюриус. Вот, по-моему, Кассия хороший монстр. Я, в общем-то, надо пойти посмотреть. Там топ монстров. Если он толковый, то стоит взять. Аннигилятор у меня есть. Бальтазар. Толковый монстр. У меня его нет. Мега Астеум. В общем, там сейчас я выберу. Либо Бальтазар, либо Кассию, ребятки. Кого-то из них стоит взять. У, и здесь еще выбор, смотрите, какой. Бронт не надо, Уру не надо. Так. Инхтиандр. Так, вот Инхтиандр. У меня его нет. Темпест есть. Алекс Боун. Так. Крисандр есть. Рейзер, кстати, у меня тоже есть. О, Нексара у меня нет. И Нексар. Тут, блин, надо выбрать, ребята. Ладно, тогда. На этом тогда мы серику закончим. Я пошел-ка выбирать, кого же мне прикупить. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.